Мужественные, отважные, красивые мужчины, которые стоят на страже нашей безопасности в преддверии самого прекрасного весеннего праздника, открывают свои чуткие сердца и дарят улыбки милым дамам. Личным составом 7-го пожарно-спасательного отряда сегодня провели акцию в преддверии празднования Международного женского дня. Прекрасной половине человечества вручили цветы, поздравили с праздником и напомнили о соблюдении требований пожарной безопасности. Праздничный комплимент тронул всех, кто стал участником весенней акции. Какое счастье! Спасибо большое! Вместе с цветами и праздничным настроением спасатели раздали памятки о правилах пожарной безопасности. Про безопасность не забывайте. Смотрите. Праздничный сюрприз не оставил горожанок равнодушными. Они благодарили сотрудников 7-го пожарно-спасательного отряда не только за поздравления, но и за ежедневную работу по предотвращению пожаров. На территории Ленинско-Кузнецкого городского округа ежедневно проходят профилактические мероприятия с привлечением личного состава подразделений пожарной охраны, администрации, соцзащиты. В рамках проведения профилактических мероприятий проведены беседы с населением о соблюдении требований пожарной безопасности. И несмотря на пасмурную погоду, которую преподнесло кузбасское небо, от женских улыбок и ярких эмоций на проспекте Кирова становилось светлей. Анна Шуркова, Василий Обухов, Реалининск.